Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś w Strategy and Future mamy spotkanie z niezwykle interesującym gościem, Jurijem Butusowym. Pan Jurij jest znanym ukraińskim dziennikarzem i redaktorem naczelnym serwisu Cenzor.net. Pan Butusow pisze o wewnętrznej sytuacji politycznej na Ukrainie i przede wszystkim o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Dzień dobry, panie Juriu. Dzień dobry. Bardzo miło Was widzieć u nas w Strategy in Future i ja bym chciał dać głos do pana Marka, żeby on zadał pytanie. Dziękuję. Спасибо. Господин Бутусов, Conflict Intelligence Team несколько дней назад сообщал о прогрессирующей концентрации российского войска возле границ Украины. Но на этот раз перебрасывается подразделение 441-й общевойсковой армии. Как вы оцениваете угрозу российской агрессии сегодня или через несколько дней? 41-я, если касаться деталей, которые вы назвали, Conflict Intelligence Team заявила о том, что перебрасываются подразделения 5 российских армий. 2-й, 6-й, 41-й, 58-й общевойсковых и 1-й танковый. В этом есть определенное отличие от обострения в апреле 2021 года. Тогда были переброшены подразделения, были усилены маневры и переброска войск 41-й, 58-й армии и воздушно-десантных войск, практически всех дивизий воздушно-десантных войск Российской Федерации. Сейчас уже отрабатывается развертывание другой по составу группировки. Я думаю, что прежде всего это говорит о том, что Россия отрабатывает развертывание и активные действия, переброску войск в своих крупнейших армий, крупнейших объединений общевойсковых, своих стратегических резервов, то есть сил быстрого реагирования. В течение года, по сути, они отработали развертывание всех своих основных сил, которые можно использовать для наземного наступления наземными силами против Украины. Это что касается состава сил. Второе, вероятность наступления в ближайшее время. В ближайшее время я не вижу того, чтобы Россия была готова к каким-то быстрым действиям. Быстрое действие – это действие на протяжении ближайших 2-3 недель. Дело в том, что военная операция против Украины требует и политического и военного определенных шагов, политических, военных шагов. Если мы видим, что информационно-политически Россия такие шаги предпринимает, то с военной точки зрения пока еще развертывание российских войск не происходит на тех участках, которые для России имеют наиболее важное значение. То есть рубеж развертывания на данный момент российских войск – это порядка 100-200 километров от границ с Украиной. А пока они еще не развернуты прямо на границе. И, кроме того, не отмечена переброска российских войск на оккупированную территорию Донбасса. На мой взгляд, наиболее приоритетной задачей для российского командования является улучшение своего положения и тактического положения и проведение наступательных операций прежде всего на Донбассе. Это приоритетный фронт. И, на мой взгляд, если мы говорим о сценариях действий Российской Федерации, я думаю, что прежде всего речь должна идти о массированной демонстрации крупных сил Российской Федерации вдоль всей нашей границы, вдоль границы с Россией, вдоль границы с Белоруссией и проведение локальных наступательных операций на Донбассе. То есть это наиболее предпочтительный сценарий для Российской Федерации.
Поскольку, если мы говорим о военно-политическом аспекте, для оккупации всей Украины, это очень рискованный сценарий для России. Этот сценарий делает Россию крайне уязвимой на фоне глобального противостояния с Западом, поскольку война в Украине заставит и Евросоюз, и США значительно усилить санкционную политику, разорвет отношения с Западом, и это будет тяжелый удар для российской экономики, поскольку ограничения, санкции по иранскому варианту для России — это очень большая проблема. Кроме того, Украина окажет сопротивление, и для российской армии это не будет простой прогулкой. Это будет очень дорогостоящая в плане потерь операция, очень дорогостоящая по затратам. Поэтому говорить о том, что Россия готова сейчас, в данный момент, к большому наступлению и оккупации большой части Украины за пределами Донбасса, я на данный момент такой угрозы не вижу. Ну да, извините. Я писал статью недавно вот как раз о цели Путина. Говорят о разных сценариях. Да? Я думаю, что все эксперты оценивают очень низко сценарий масштабной агрессии. Поэтому говорят о сценариях, например, морской блокады, точных воздушных ударов или локального наступления. Но может быть сделание коридора в Крым на суде Украины. Как вы думаете, один из этих сценариев, не масштабная агрессия, тоже есть реален или нет? Давайте будем исходить из тех целей. Какие цели преследует Россия для того, чтобы в Украине? То есть военный сценарий, он должен быть частью некой общей стратегии. Какие политические цели ставит перед собой Россия? Давайте посмотрим на это. И, исходя из определения целей, сможем определить, какой наиболее предпочтительный сценарий военной операции. Так вот, цель России – это поставить под контроль политическое руководство Украины. Военная оккупация для Российской Федерации была наиболее легко осуществима весной 2014 года. Тогда Россия контролировала президента Януковича, в Украине была, по сути, отсутствовала власть, все руководство Украины, руководство силовых структур сбежало в Россию, находилось под контролем Российской Федерации. Президент Янукович, хочу напомнить, обратился к российскому руководству с просьбой ввести российские войска в Украину. То есть это было самое оптимальное и удобное время для российского вторжения. Тем не менее, это не последовало, поскольку оккупация – это большой риск. Это риск большой войны, большого противостояния с Западом, риск, из которого потом очень тяжело выйти. Практически невозможно выйти без политических потерь. А риск поражения гораздо выше, чем риск полной победы. Как мы это видим сейчас по ситуации с оккупацией Крыма и Донбасса. Поэтому не думаю, что сейчас для Путина вообще предпочтительны в любых видах сценарии оккупации каких-то других частей Украины за пределами Донбасса. Хотя, безусловно, для Путина важно было бы удар, например, по Харькову, оккупация Харькова, либо оккупация Одессы. Это, по сути, ключевые области Украины. Контроль Одессы – это вообще контроль всего товарооборота украинского. Поэтому я не думаю, что сейчас речь идет о том, что там пробивать какие-то коридоры, оккупировать что-либо. Это сценарий номер один. Главный сценарий – это дестабилизация. Масштабная дестабилизация, которая должна
решить ключевую проблему для российской власти. Это закрепить те достижения, которые у России сейчас есть в Украине. А это оккупация Крыма и Донбасса. То есть, что делает Путин этой демонстрацией? Я недавно писал статью, как раз, на мой взгляд, данная ситуация очень точно описана в книге Лидлгарта «Стратегия непрямых действий». Там это очень абсолютно совпадает со стратегией Гитлера по оккупации Польши и Чехословакии. То есть это не была линейная задача, где сразу целью ставилось полное уничтожение, полная оккупация. То есть военная сила использовалась для постепенной внутренней дестабилизации и для отказа самого политического руководства страны от идеи вооруженного сопротивления. Как только идея отказа от вооруженного сопротивления была достигнута, Чехословакия была уничтожена. А та же самая цель ставится и здесь, один в один. Поэтому здесь не ставится задача оккупации. Ее можно было решить, но она крайне рискованная, поэтому от нее Россия отказалась в более благоприятной обстановке. Для России важна внутренняя дестабилизация. А что лучше может влиять? Но и что она делает сейчас? Вместо того, чтобы решать проблему Донбасса и Крыма, Россия расширяет поле конфликта. Она расширяет фронт. Она создает новые точки противостояния с Западом, новые точки противостояния с Украиной и пытается расширить поле переговоров. То есть давайте мы не будем говорить про Донбасс и Крым. Давайте мы будем говорить про то, что мы не будем пока оккупировать Украину. Мы сделаем Украине благо. Да, то есть вот наша переговорная позиция. Вы хотите, чтобы мы торговали за Крым и Донбасс, а мы будем торговаться за то, что мы вас пока не будем оккупировать Киев. Вот и все. Поэтому вопрос заключается именно в этом. А что для России наиболее благоприятный сценарий в этих условиях? Военный сценарий в этом случае наиболее благоприятен – это удар на Донбассе. Фактически там уже легитимизировано присутствие российских войск. Для того, чтобы вызвать политический кризис и заставить президента Зеленского отказаться от сопротивления, вполне достаточно небольшой военной операции. Не надо рисковать всем. Там уже есть фактически признанные оккупационные войска. И есть достаточно необходимые, важные для России цели, которые необходимо выполнить. Прежде всего, для России важно изменить невыгодную конфигурацию фронта на Донбассе, которая невыгодна для обороны. Поэтому эту линию фронта изменить в ходе небольшой военной операции, где будут нанесены тяжелые потери украинским войскам, это значит использовать военную силу в ограниченном режиме, но при этом создать сильнейшее политическое давление на Зеленского. Как глубоко может это быть фронт? Вы сказали, как бы стабилизировать фронт. Как далеко? 10 километров, может, 100 километров? Как вы видите? Это может быть 20-30 километров. Угу. Для России сейчас представляет большую угрозу наличие украинских войск в пригородах Донецка и Горловки. По сути, эти города в полуокружении. Украинские войска находятся в их пригородах. Использовать эти города как полноценные базы развертывания российских войск в условиях, когда Украина фактически контролирует их с нескольких сторон, крайне проблематично. И для России здесь есть определенное сходство ситуации с ситуацией в Осетии в 2008 году. Дело в том, почему Россия провоцировала войну в Осетии. Потому что там практически было невозможно разделить позиции, отделить далеко позиции сторон. Грузинские и осетинские села в Осетии по состоянию на 2008 год были переплетены между собой. И Грузия конкурировала с Россией по тому, каким образом она проводила там экономическую политику, строила систему обороны.
И грузинский проект локальной войны был гораздо более эффективен, чем российский проект. А России было трудно конкурировать с Грузией на территории Грузии, потому что позиции были перемешивались, и ты не мог разделить две стороны далеко по разной линии фронта. Здесь та же самая ситуация, если мы смотрим на, с военной точки зрения, с точки зрения тактики. Очень близкие позиции. Эту ситуацию нельзя заморозить надолго, потому что один удар, то есть это вот можно посмотреть на ситуацию в Карабахе, чтобы достичь своих политических целей, Азербайджан 44 дня шел к Шуше. Все эти потери в людях, эти удары пехотой, все это было построено для того, чтобы как можно дальше продвинуться и в горах, в тяжелой местности, чтобы взять Шушу. И что происходит в Украине? В Украине не нужно идти 44 дня. Мы находимся в пригородах ключевых городов Донбасса. Нам не надо идти даже сутки. Мы уже здесь. Поэтому замораживание этой войны для замораживание войны в такой конфигурации фронта для России в долгосрочной перспективе – это огромный риск. Сейчас у нас президент, который не проводит военные реформы, ну и боится Путина, скажем откровенно, это очевидно, он далек от решения каких-то стратегических вопросов. Но Украина – демократическая страна, и через какое-то время власть поменяется. И эта власть может сделать то, как раз чего боится Путин. Эта власть может сама оказывать давление на Россию. Украина может тоже играть в эту игру с другой стороны фронта. Укреплять армию, проводить военные демонстрации, готовиться к реальным боевым действиям и вести эффективные боевые действия. И в той конфигурации фронта, какая есть на Донбассе, эта война на истощение может быть для Украины очень успешной, куда более успешной, чем для России. И вот это беспокоит Путина. Вот это с военной точки зрения для них реальный риск. А рисковать Крымом, рисковать отношениями с Западом, Северным потоком, неужели Путин построил Южный поток, подключил сейчас Хорватию, Венгрию к нему. Неужели Путин строил два северных потока, сейчас новый, для того, чтобы разорвать отношения с Европой? Не похоже. Это как-то совсем не вяжется с логикой их действий. То есть, очевидно, мы видим, что они тянут энергетические потоки для того, чтобы как раз подорвать политическую и экономическую стабильность в пограничных с Россией странах. В Украине, в Польше, то есть в тех странах, которые являются оппонентами, в странах Балтии. То есть вот это враги. И Путин пытается построить, как мы это видим многие годы, две политики с Евросоюзом. С хорошими европейцами, которые далеко от России, которые прикрыты Польшей, прикрыты Украиной. С ними хорошие отношения, у них низкие цены на газ, а есть плохие европейцы и плохая Украина. С ними нужно вести себя как с врагами. Вот. Вот это стратегия Путина. И ему нужна дестабилизация изнутри. А для этого не надо оккупировать всю страну. Давайте вернем к этим сценарию с Донбассом и поговорим немножко более. Путин во время встречи в Министерстве иностранных дел сказал, что Донбасс пока нет независимой, и Россия не признала пока независимости Донбасса. Вы думаете, что это может быть сигнал, что вероятный сценарий такие, как в Абхазии и Осетии, что Россия думает о расширении этого влияния на территорию и потом признание независимости этой Донбасса? Смотрите, Россия
будет все делать. То есть для России сейчас модель в Украине, если мы говорим про политическую модель, то Россия пытается реализовать приднестровский сценарий. Хочу напомнить, что его автором был Дмитрий Козак, который сейчас является куратором отношений с Украиной. То есть вот это та политическая модель, которую они хотят сделать. Они не собираются признавать независимость Донбасса, так же, как они не признали независимость Абхазии, Осетии и Приднестровья. То есть этого тоже никто не будет делать. Это просто давление. Это инструмент давления, так же, как и военные маневры, для давления на политическое руководство. Политическое руководство, прежде всего, самой страны, которая подверглась агрессии Украины. И, во вторую очередь, на руководство Евросоюза и США. То есть они пытаются таким образом торговаться, давить. Кстати, ну вот видите, мы же не признали пока независимость, да, то есть у нас еще есть какие-то вещи, которые мы не совершили. То есть это просто инструменты давления, которые всерьез не стоит воспринимать. А смотрите, как боится Россия любых санкций по Крыму. Она не будет признавать Донбасс. Посмотрите, что происходит в Крыму. Ни одного официального государственного предприятия в Крыму нет. Там нет Сбербанка России, там нет российских телефонных операторов, и туда не летают Аэрофлот. То есть всего этого нет. Они боятся санкций в любом европейском суде, боятся экономического разрыва с Европой. Для них это больно. Поэтому, естественно, они будут грозить, будет как в Приднестровье. Они будут грозить много лет, что мы признаем независимость, а потом Приднестровье, если вы помните, то есть они много лет говорили, что Приднестровье вот-вот собирается сейчас, вот сейчас прекратим войну, и Приднестровье вернется в Молдову. А спустя 14 лет, в 2006 году, после окончания войны, Приднестровье проводит референдум и объявляет декларацию о независимости. Само. Декларацию никто не признает. Декларацию никто не признает, но Россия де-факто выстраивает отношения с этой территорией как с независимой территорией. Там выданы всем российские паспорта, отношения с Россией выстроены, и Россия помогает им, скажем, в отношениях с Молдовой, лоббирует их интересы. Вот это вот то же самое они хотят сделать Козак. То, что Козак сделал в Приднестровье, он хочет то же самое внедрить в Украину. Вот опять возвращаясь к Донбассу все-таки. Вот вы описали очень интересно вот эту ситуацию касательно фронта, линии фронта. А вот в этой системе какое место занимает непосредственно Мариуполь? То есть возможно воспринимать в перспективе, если как бы, думать о сценариях, что Россия может, если учитывать вот эту неуравновешенность и неидеальность фронта, что может Россия двинуться на Мариуполь? Это возможно. Это возможно. Я не считаю, что это сейчас наиболее, что это цель номер один. Потому что мы помним, как в сентябре 2014 года, в принципе, после жестких заявлений США, какие-то крупные бои, штурмы Мариуполя Россия была вынуждена остановить. А дело в том, что Россия видит, что Мариуполь Украина будет защищать изо всех сил. Тогда было собрано все, что только возможно. Были добровольцы. Мариуполь, все понимают его стратегическое значение. Вот. Но в целом хочу сказать, что не нужно думать, что Россия, что там Мариуполь имеет такое абсолютно ключевое значение. Ну, это не так. Давайте посмотрим. Первое. Если Россия выстраивает экономическую модель работы с оккупированной территорией, в России есть рядом порт Ейск, и она может работать через него. И все грузы, которые нужно, они могут оттуда идти через другой российский порт на том же Азовском море, который совсем рядом. Мариуполь не является таким уникальным, ключевым. Да, Мариуполь является точкой давления на Украину. Но ведь есть и другие инструменты. Мы видим сейчас, что Россия неоднократно блокировала Мариуполь. То есть неоднократно под разными предлогами останавливались суда. Фрахт
и доставка грузов в Мариуполь из Мариуполя очень высокая, гораздо выше, чем в любой другой украинский порт, потому что Россия постоянно останавливает эти корабли, постоянно выходит много дней на их проверку, происходят под разными предлогами блокады, и они в любой момент могут возобновиться, Россия это показывает. Поэтому, конечно, мы понимаем, что Мариуполь это важно, но с политической точки зрения это не есть главная точка Донбасса. Главное место Донбасса – это то, что Украина, главная проблема Донбасса – это не контроль каких-то объектов, а это проблема того, что Украина продолжает сопротивление. Украина продолжает сопротивление, линия фронта для удержания военными силами в далекой перспективе на 10-20 лет очень опасная для оккупантов, очень нестабильная. И вот этот весь психоз, истерика в российских СМИ, это нагнетание напряженности, имеет конкретную причину. Россия не может построить там такую квазиавтономную, квазинезависимую, даже формально, территорию, пока там идут бои прямо на окраинах крупнейших городов. Там нельзя построить какую-нибудь самостоятельную хозяйственную структуру, экономическую, политическую, пока продолжается стрельба. И эта стрельба прямо в самом Донецке. Поэтому политически они не могут это обойти никак. И это для них проблема. А для того, чтобы прикрыть свою обеспокоенность вот этим ключевым вопросом, безусловно, вбрасывается много разных информационно-политических, отвлекающих других вбросов. Кто-то говорит, там, ну, Мариуполь это еще не так страшно, все время говорят, там, что большое вторжение, танки идут на Киев, там, коридоры с Крыма на Донбасс, ну, Одесса. Ну, смотрите, это все... У России пока нет такого масштаба наземных сил, которые способны реализовать такую масштабную операцию. То есть российские наземные силы в своем общей численности, давайте посмотрим, наземных сил Российской Федерации составляет до 460 тысяч человек, если мы смотрим структуру сухопутных войск и воздушно-десантных войск, и морскую пехоту. Из них выделить для активных боевых действий на земле Россия может, опять-таки, по данным их собственного генерального штаба, у России всего сухопутные войска переформированы там порядка 120, ну вот они до 150 хотят увеличить, батальона тактических групп. Из этих 120-150 батальона тактических групп сосредоточить для операций против Украины, то есть это во всей России 150, а сосредоточить для операции против Украины они не смогут никак не более 80-90 максимум. То есть там нет подавляющего превосходства. Это нет, у них нет численности войска для проведения блицкрига. Есть войска для такой тяжелой, затяжной наземной войны. Для того, чтобы оккупировать какую-то часть территории. Конечно, есть вариант, как мы говорили с вами, там морской блокады. Давайте рассмотрим такой сценарий. Может он быть использован? Конечно, может быть. Конечно, это можно сделать. Они это и делают, частично отрабатывают это в Азовском море. Но почему это не произойдет? Очень быстрые решения морского трибунала по захвату катеров в Керченском проливе произошли в 2018 году. То есть, по сути, в 2020 году, за два года, морской трибунал достаточно быстро рассмотрел дело. И блокада Украины в Черном море очень опасна для России блокадой российского судоходства. Например, в Средиземном море. Например, на выходе из Босфора в Сирию. Да? И тогда большой вопрос. А как Россия будет с этим бороться тогда? Это будут проблемы для нее самой.
Поэтому морская блокада, я не думаю, что для них рассматривается как долгосрочный сценарий. Это какой-то короткий сценарий дестабилизации, очень разовая акция, и о которой они будут долго думать. Второе, ракетный удар. Вот это с политической точки зрения вообще обратное значение имеет. Да, можно нанести ракетный удар по Украине всеми этими крылатыми ракетами, баллистическими, которые есть у России, нанести большие потери Украине, но к чему это приведет? Политически это ничуть не усилит Россию, наоборот, это усилит сопротивление. Будут массы жертв, будут жертвы гражданского населения, мирных жителей, будет гибель военных. Украинское общество, ну, это просто консолидирует, это усилит сопротивление, и это усилит поддержку Запада. А политические цели не будут выполнены. Морская блокада политические цели не выполнит. Украина имеет железнодорожное сообщение в конечном итоге с Европой. И мы можем и автомобильное, и железнодорожное. То есть нас нельзя заблокировать полностью. Далее, военные сценарии, то, что мы говорили с вами, оккупации. Ну, опять-таки, нужны силы для этого. То есть Россия должна вся идти на войну в Украину. То есть это будет как Афганистан, возможно, даже с куда большими потерями по итогу. А если бы Запад нас не поддерживал, то есть не было поставок боеприпасов, боевой техники, не было таких заявлений Европарламента и США о том, что будут жесткие санкции, полный разрыв отношений, блокада российского экспорта, да, тоже можно было бы подумать, что что-то у них получится. Но не получится. То есть они получат экономический удар очень тяжелый. А на что, какие деньги вести войну? Это будет просто паралич российской экономики. Поэтому я не рассматриваю глобальные сценарии. Нет глобальных больших сценариев. Есть противостояние в разных плоскостях. Экономическое, военное, информационное, политическое. И если говорить про военную составляющую, то вот эти все маневры, эти все грозные заявления – это, скорее всего, может быть прикрытием для одного реального сценария. Отбросить наши войска от Донецка и Горловки. Вот это для них, с военной точки зрения, действительно необходимая вещь. С политической точки зрения, для давления на руководство Украины, вполне более чем достаточное применение силы. А это большой сценарий эскалации на самом деле. По числу жертв это тоже большой тяжелый сценарий эскалации. Большая проблема политическая. Но она для России выгодна, потому что Россия может сказать, это не мы, это вот эти непризнанные республики, ведите с ними переговоры. Да. Давайте поговорим о состоянии украинской армии. Поэтому я хочу вас спросить об этом, потому что вы в прошлом году, когда уходили с должности советника министра обороны, вы писали, что эти реформы очень, очень громкие, практически не реализованы. Как вы оцениваете состояние украинских вооруженных сил сегодня? Смотрите, если говорить про нашу армию, наше общество, то с каждым годом идея сопротивления, противостояния России, индивидуальный опыт военнослужащих, командиров, многих, он растет, безусловно. В этом плане Украина с каждым годом все более и более мотивирована, она все более и более становится сильнее. Но это сила гражданского общества. Это не сила государства. Государство не становится, к сожалению, сильнее. Более того, технологический разрыв, организационный разрыв между российской армией и украинской увеличивается, а не сокращается. Потому что мы идем в русле той же самой доктрины, которую реализовывает Россия. Больше бригад, больше людей. Ну, все это Советский Союз, та же самая доктрина 70-х годов. К слову сказать, практически те же самые уставы, та же самая организационно-штатная структура. Поэтому, конечно, реформ государственных, направленных на оборону, у нас не происходит.
Если сравнивать с Польшей, такое ощущение, что это Польша воюет, а не Украина. То есть Польша развивается в эти годы, проводит реформы в оборонной сфере. Не только реформы, связанные с увеличением бюджетов, а реформы интеллектуальные, то есть изменение организационно-штатной структуры, совершенствование систем управления, оборонное планирование. Вот в этом огромное отличие. Польша добилась за эти 8 лет колоссальных успехов. И эти успехи не связаны с тем, что у Польши больше денег. Это именно качество интеллектуальных решений власти. К сожалению, Польша продвинулась в этом направлении гораздо дальше. И просто почему говорю про Польшу? Потому что я думаю, что для вас это будет проще, проще будет база сравнения. Если поговорить о Польше, я не знаю, или вы знаете, что мы в Strategy and Future сделали это такой большой материал, как реорганизовать польские вооруженные силы. Но давайте спросить, по-вашему, есть возможность ближе кооперировать между Польшей и Украиной в сфере вооруженных сил? Если да, в каких плоскостях? Безусловно, для Польши, Украины, Чехии, Словакии есть очень, и стран Балтии, есть острая необходимость выстраивания такого единого союза, политического и военного союза. Об этом говорит опыт и Второй мировой войны, когда... Почему это не происходит, по-вашему? Дело в том, что у политических элит разных стран есть очень сложная повестка, у каждого своя. И для того, чтобы такие объединяющие процессы происходили, должно быть все-таки гораздо больше стремления к такой интеграции. Сейчас я вижу, стремление к интеграции есть и осознание угрозы у стран Балтии, особенно у Литвы и Эстонии. Руководство Польши такую объединительную политику пока не проводит. Хотя на самом деле Польша является ключевой сейчас, наиболее сильной из всех этих стран, и должна была бы стать лидером этого процесса по своему статусу. Польша наиболее влиятельный игрок сейчас в Восточной Европе, которая представляет Европейский Союз. Польша ведет наиболее активную политику по защите своих интересов от российского давления. И, конечно, Польша должна была бы сыграть лидирующую роль. Но Польша своя политика, она так широко не смотрит на эту ситуацию на данный момент. Возможно, потому что не ощущает так сильно российскую угрозу. Возможно, потому что не хочет, не видит пока, какие перспективы для нее несет политические, экономические, интеграция с Украиной, Балтией. Ну вот создание вот этого антироссийского оборонительного союза в Восточной Европе, который сейчас остро необходим. Мне кажется, что это просто инерция мышления. И ну, такое, политики часто очень медленно осознают реальность и очень медленно, ну это нормально для демократической страны, так бывает, к сожалению, очень медленно осознают реальность и очень медленно к ней приспосабливаются. А такой политический союз в Восточной Европе, Украина, Молдова, Грузия, Польша, Балтия, Чехия, Словакия, которые понимают российскую угрозу, которые сталкиваются с российским давлением, экспансией не только политически, не только в военной сфере, но и в экономической сфере, в информационной сфере. Мне кажется, что все, ну, есть достаточно серьезные предпосылки для того, чтобы такая интеграция происходила. Вот. Поэтому я не знаком, к сожалению, с вашей доктриной реформы армии, но я просто понимаю, что сам уровень полемики в Польше о реформах обороны,
гораздо ну, на другом уровне, более высоком, чем это происходит в Украине. Поэтому, безусловно, я понимаю, у вас много проблем. Я считаю, отчасти слежу за вашей дискуссией о реформе войск территориальной обороны. Мне это как раз интересно. Вижу, какая полемика идет в Польше, изменение подходов. Понимаю, но пока, к сожалению, мы все, что для вас является проблемами, большинство вопросов, которые для вас являются проблемами, для нас является пока еще недостижимым уровнем. Вот, поэтому мы у вас многому учимся. А вы вот перечислили страны и не включили Беларусь. Что, Беларусь уже все потеряли? Все? Конечно, Беларусь была, находилась и остается, естественно, под российским контролем. Поэтому это как раз пример такой российской экспансии, которую проводит Путин, долгосрочной экспансии, стратегии. То есть Беларусь первая. Простите, что прерываю. Вот если пока мы в Беларуси, вот во сколько вероятно существует вероятность, чтобы территория Беларуси может использована против Украины в случае военного конфликта? Потому что украинская разведка, мы все видели эти карты, что есть возможность пенетрации там именно атаки со стороны Беларуси на территорию Украины. Ну, прежде всего хочу сказать, я не считаю возможным, что Россия с западного направления, из Беларуси, будет проводить широкомасштабное вторжение. Мы уже с вами говорили, я считаю это маловероятным сценарием. Но то, что Беларусь используется как плацдарм для действий против Украины, то, что Беларусь может быть использована в таком антиукраинском наступлении, то, что белорусская армия будет выполнять приказы из Кремля, конечно, не должно быть никаких сомнений. То есть та история отношений у нас в Беларуси показывает, что когда российским спецслужбам что-то было надо, то они и раньше решали любые вопросы в Беларуси. Вот я хочу напомнить, что был задержан и один гражданин Украины, которого обвиняли там якобы в разведывательной деятельности против Беларуси. Был похищен гражданин Украины из Минска и вывезен в Россию, там осужден, которого потом долгие годы пытались обменять. Вот. Поэтому у нас и до этого было достаточно сигналов. То есть Беларусь никогда не была самостоятельной и свободной от российского влияния. Поэтому, безусловно, это плацдарм. И этот плацдарм сейчас Россия, как мы видим, с каждым месяцем усиливает, укрепляет военной с техникой. Сейчас туда уже переброшены, например, зенитно-ракетные комплексы С-400. Там постоянно проводится развертывание российских войск. В этом году будут новые большие белорусско-российские маневры, которые представляют большую угрозу тоже для Украины. Поэтому никаких сомнений нет, что Беларусь – это российский плацдарм, сателлит. Ну, сателлит даже уже нельзя сказать. Это не самостоятельная территория. А вот смотрите, мы поговорили вот касательно, скажем, такой военной части, а с другой стороны, есть какое-то объяснение, почему на Западе был вот этот информационный взрыв касательно военной агрессии на Украину? То есть вроде украинцы говорят одно, а на Западе вот именно по-настоящему был, это как бы, я бы сказал, по сравнению с предыдущими годами, это реально какой-то был взрыв, вот завтра Россия нападет. Ну, у всех свои политические цели, надо понимать, что в Украине политическое руководство выстраивает линию каких-то особо доверительных, пытается выстроить линию каких-то личных отношений с Москвой. Поэтому у нас, это не скрывается, Ермак, у нас глава офиса, вместо министра иностранных дел, глава офиса президента у нас ведет переговоры с Россией. Уже само по себе абсурдно звучит на самом деле. И у нас это очень сильно критикуют. Глава офиса, начальником комитета по разведке у нас назначен открытый русофил, пророссийский политик Руслан Демченко, которого президент Зеленский назначил на этот пост незаконно, в нарушение закона о люстрации.
То есть мы понимаем, что это достаточно чрезвычайные меры, и туда поставлен пророссийский политик на руководство всей украинской разведкой, как гарантия того, что Украина снижает градус противостояния с Россией, вот, идет на компромисс. Естественно, поэтому украинское руководство до последнего момента пытается говорить, у нас все хорошо. А президент Зеленский много лет говорил, я закончу войну. Он обещал это избирателям. Он говорил, войны нет, перемирие, все хорошо. А люди продолжают гибнуть. А боевые потери за 2021 год 79 человек погибшими. А президент Зеленский... Ни одну, чтобы вы поняли, он никогда не звонит родителям погибших, не пишет соболезнования каким-то погибшим в своем Фейсбуке. Вы можете это проверить. Он пытается не замечать войну. Это аморально. Вот. Ну, в данном случае мы видим такую же реакцию политическую украинского руководства в данном кризисе. Россия проводит, безусловно, маневры. Безусловно, это еще не вторжение, но говорить о том, что ничего не происходит, это, ну, как сказать, это, мягко говоря, глупо. Вот. Поэтому, конечно, такого нельзя говорить во время войны. Идет война, гибнут люди, и Россия разворачивает, проводит маневры у наших границ. Конечно, это нас должно беспокоить. Есть, то есть это относительно украинских заявлений. Теперь относительно заявлений Запада. Запад видит, что Россия проводит постоянное давление на Зеленского. И это давление, учитывая вот эти факторы, что я вам сказал, бывает успешным. Ну, то есть Зеленский продолжает торговлю углем, бензином, электрикой с Россией. А Украина, вот это поразительно, Украина продолжает продавать, например, сырье для титана в Россию. Мы помогаем российской титановой промышленности быть самой конкурентоспособной в мире. Мы продаем ей сырье. Хотя у нас стоит очередь из инвесторов из Запада. Но нет, мы сохраняем векторы и торгуем только с Россией. Это абсурд, но это происходит. То есть есть серьезные рычаги влияния России, которые сохраняются в Украине, фактически в экономике, в политике. И вместо сдерживания и борьбы политическое руководство и президент Зеленский пытаются найти компромиссы. Для этого им нужно прежде всего говорить избирателям, что у нас все хорошо, мы очень хорошо миримся с Россией. Ну, люди гибнут, да, но уже меньше гибнет. Тогда много сотен гибло, сейчас много десятков гибнет. Это успех. Ну, вот такая циничная, достаточно политическая конструкция. Вот. Война продолжается, даже если там один человек будет погибать в год. Это все равно война, и на нашей земле оккупанты. Мы не можем с этим мириться. Но наши политики... я имею в виду Зеленского, пытаются таким образом манипулировать общественным мнением. Теперь по поводу Запада. Запад видит, что нужно каким-то образом противодействовать давлению России. Давление России идет по двум направлениям. Первое – это давление политическое, непосредственно на самого Зеленского, его окружение, запугивание его, как неопытного человека, который плохо понимает, что происходит в геополитике, не имеет представления о всех рисках, он не занимался раньше политической деятельностью. И второй вопрос – это экономика и давление на Европу. То есть то, о чем, то, что прекрасно знает Польша, страны Балтии. То есть формирование такого энергетической экспансии России в Европе. То есть постройка атомной станции в Беларуси и Северный поток-2, и включение Южного потока. Для чего это сделано? Мы с вами прекрасно понимаем, что построить каналы поставки энергоресурсов в обход тех восточноевропейских стран, с которыми у России конфликт,
Это, безусловно, для России возможность усиления давления на Восточную Европу и в конечном итоге на Евросоюз. Мы понимаем, что есть такие элиты в Западной Европе, которые пытаются продавать все, в том числе и вот такие геополитические риски. Поэтому сейчас, когда поменялось правительство в Германии, и когда сейчас идет острая дискуссия по Северному потоку 2, вопрос Украины – это тот рычаг, с помощью которого США могут повлиять на изменения европейской политики по России. Не только по Украине. Украина в данном случае – это рычаг, да, на то, чтобы сформировать другую новую политику по отношению к России. Поэтому после того, как в первый раз в апреле была дестабилизация, уже были все декларации сделаны, была высказана глубокая озабоченность, в ноябре Путин начинает новую демонстрацию. Ну, естественно, если бы это была та же самая озабоченность, какая уже была в апреле, то она бы ничего не стоила вообще. Запад бы просто девальвировал свое влияние, а Россия бы его усилила. Поэтому сейчас Запад и прежде всего США выражают максимально сильное политическое раздражение, максимально сильный протест для того, чтобы показать, что такой уровень решения вопросов с помощью маневров войск и угроз войны – это неприемлемо в диалоге. И что если Россия действительно от слов захочет перейти к делу, она не должна сомневаться, что решения будут быстрыми. Для этого США устраивает вот такую мощную политическую демонстрацию для того, чтобы консолидировать Евросоюз, заставить каждую страну определиться, сформировать свою позицию до начала войны. Таким образом, делается все, чтобы не только Путин, но и в каждой основной столице Евросоюза была готовность в момент, когда пойдут танки, проголосовать за жесткие санкции иранского варианта против России. В этом плане это абсолютно логично. Иван, уже час прошел. Спасибо.